строит. Кто-то строит карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это сплошная стройка. А наша работа за ней наблюдается. Сегодня мы в Кировском районе, где строят... Здравствуйте. Здравствуйте. Что здесь строят, подскажите? Ну, вообще насосные вот здесь. А вот это вот именно резервуар чистой воды. Это на будет... 1500 кубов, да. Ух ты! Для кого? Для жителей Феодосии и Керчи. Повезло жителям Феодосии и Керчи. Ой, я сейчас не откручу тут ничего, у вас не польется? Точно? Страшно. Все нормально? Тихо, спокойно. Тут пищит какая-то штука. Нормально все? Не взорвется? Здесь как балкон Джульетты. Ой, слушайте, советский цирк, та-та-та-та-ра-та-ра-там. А вода будет в Крыму? Будет. Объясните нам, пожалуйста, что, куда, зачем, почему и как. Я понял вас, смотрите. У нас три водозабора. Непосредственно сейчас мы с вами находимся на Нежинском. Один из трех водозаборов. На каждом по 12 скважин. 12 скважин, которые добывают воду с одного большого подземного пласта. Вся эта вода собирается по системе водоводов, тракта водоподачи, и сегодня сбрасывается в двух точках в Северо-Крымский канал, откуда поступает дальше потребителю. Этот объект имеет такое же глобальное значение, как, например, Крымский мост или трассы Таврида. Ведется стройка здесь с 2015 года. 5 лет без выходных строители с использованием новейшего оборудования и современных технологий работают без выходных для того, чтобы жители Восточного Крыма в полной мере были обеспечены водой. Объект строят 5 лет, да, насколько известно уже? Да, но смотрите, и в 2015 году действительно были пробурены скважины, были сделаны водоводы, и вода начала поступать в канал для того, чтобы обеспечить подачу воды, потому что после перекрытия Северо-Крымского канала воды у Восточного Крыма не было. А вот, собственно, и сам Северо-Крымский канал, именно оттуда из Украины вода поступала к нам в Крым до тех пор, пока ее не перекрыли, но наши строители... не растерялись, пробурили несколько скважин. И если с этой стороны, как вы видите, пустыня, то здесь своего рода оазис. Представьте, сколько воды мы будем доставлять по чугунным трубам в город Феодосию, Керчь и все ближайшие населенные пункты. Этой воды хватит, как я уже сказал, с запасом для обеспечения именно питьевых нужд всех населенных пунктов восточной части Крыма. Это один из самых сложных инфраструктурных проектов в России. Его протяженность общая более 190 километров. Он состоит из двух объектов. Это 3 водозабора, которые объединены в общую цепь, которые там сумасшедшая система энергоснабжения этих водозаборов, автоматика самая современная. Это непосредственно тракт водоподачи, который разделен на 3 этапа. Первый, второй для водоснабжения Феодосии и ближайших населенных пунктов. 3-й этап для водоснабжения Керчи. Можно представить, что это съемки для National Geographic, но это наш родной Крым. И глядя на его богатство и ресурсы, на эту просто небывалую мощь воды, становится спокойнее, что все крымчане будут с водой, все будет хорошо. Посмотрите сами. А впоследствии, после завершения строительства 2-го этапа тракта, вся вода будет идти по трубе, непосредственно до ВОСов города Феодосии и города Керчи. Каждая из таких площадок водозаборов включает в себя ряд сооружений. Это резервуары чистой воды, это само здание насосных станций, ряд камер переключения. Например, здесь на Нежинском водозаборе группируется вода с Просторнинского водозабора и непосредственно со скважины Нежинского водозабора, и дальше по одной большой трубе идет к насосной станции, следующей по циклу. В сегодняшний день порядка 100-120 ежесуточно кубов воды скидывается в канал, но, к сожалению, за счет фильтрации, за счет испарения воды она не вся доходит, порядка 40% все равно теряется воды, а после ввода в эксплуатацию нашей системы водоводов все 100% будут доходить до потребителя. We'll be right back.
данный момент происходит монтаж водовода в ЧШГ диаметром 800. Для того, чтобы стык был герметичный, для этого служит уплотнительное кольцо, которое находится в раструбе. Наполнение за месяц, за июнь, сколько было? За июнь было уложено 10 километров трубы, это порядка 300 миллионов рублей. То есть, если такими темпами они пойдут, то, в принципе, в графике они эту трубу именно так. Доведут до города Керчь. Да, с соблюдением графика. Здесь происходит укрупнительная сборка, после чего будет выполнен прокол под ответвлением от Северокрымского канала. На данный момент пилотное бурение мы уже прошли. Расширяемся, размываем скважину для того, чтобы труба прошла без загвоздок, без никаких. При помощи такого вот специализированного оборудования трубы спаиваются между собой, ну, качественно, надежно. Расскажите нам, что это за штучки у вас тут? Что вы крутите, сверлите? Арматура. Это собираем армостены. А, это армостены. Да, которые будут потом заливаться бетоном. Вот. Это крючок. Да. Это проволока. Задача скрепить две арматуры так, чтобы они держались. Вот, допустим, где мы? Вот здесь. Да. Сделаем. Значит, это делается... Загибается, заводится проволока, вставляется крючочек вот сюда, угу. Делается петелька. Это как крючком вязать? И просто вот так, нет, вот по кругу вот так, немножко не так. Вот смотрите сюда, берете и вот так, раз. А, и вот все, вращается. Вот так. У вас так классно получается. Сразу видно, профессионал. Вот это почище. Ой, мне еще чистенькую принесли. Да. Хорошо быть женщиной на стройке. И чистая петелька, и все закрутили. Все, это уже готово. Все, готово. Ну. Я уже сделала, смотрите. Еще раз. Принимайте работу. Еще несколько тысяч раз, и будете отличным арматурщиком. Сейчас с вами находимся на насосной станции номер 2, где сейчас ведутся работы по демонтажу опалубки стен резервуара чистой воды. Работы, которые мы здесь сейчас проводим, контролируются службой ПАО «Роскапстрой». Это федеральная служба, она выступает у нас в качестве стройконтроля. В полной мере требует с нас исполнительную документацию в том объеме, в котором положено это нормативными актами. И финансирование идет в рамках федеральной целевой программы. Финансирование от Министерства строительства идет постоянно. Спасибо им. И они постоянно курируют, проверяют, смотрят. Так что очень большая благодарность. После завершения работ подрядчик предоставляет вот такой вот огромный комплект документов заказчику и строительному контролю. Здесь паспорта, сертификаты на все используемые материалы, исполнительные геодезические схемы, акты скрытых работ. И вот то, что мы с вами смотрим, это объем на небольшой участок бетонирования железобетонных стен. Но все самое интересное здесь внутри – это насосная станция. Смотрите, уже все автоматизировано, оборудовано, все в каких-то датчиках, кнопочках, штучках. Все хочется рассмотреть. Огромная производительность, и каждый из них 2000 кубов в час качает. Вся эта вода будет уходить в этом направлении. Круто! Это... Мы с вами сейчас можем наблюдать, как происходит подключение этих насосов. Пройдемте вперед. Эту огромную задвижку диаметром целый метр можно будет закрывать просто с помощью Bluetooth и нажатием одной любой клавиши. Сейчас для этого требуется вращать вот этот вот штурвал, но после завершения наших работ это можно будет управлять хоть с помощью любого подключения по Bluetooth и все. Одна огромная задвижка диаметром 1 метр мгновенно открывается и закрывается. Скиньте мне приложение, я на телефоне. Обязательно. Как это обязательно? Стратегический объект важный для Крыма. Не шутите так. Ну, покручу пока. Все, вот так вот, понимаете, все постепенно роботизируется. Завершим мы его в сентябре 2020 года. После этого добыча нашей воды будет уже осуществляться по всем нормам технологического процесса. У нас будет обеспечено электроснабжение по первой категории. Будет построена и налажена сеть автоматики.
Вода будет также подаваться в Северо-Крымский канал по аварийному сбросу, но это в связи с тем, что нами сейчас строится второй объект, это сам непосредственно тракт водоподачи, по которому она будет дальше подаваться потребителю. Строительство этого объекта также ведется в графике, и к середине 2022 года будет завершен весь комплекс объектов. Они увяжутся в одну большую цепочку, и мы сможем контролировать полностью весь путь воды от ее добычи на водозаборах и непосредственно до крана конечного потребителя. Чтобы мы с вами могли наслаждаться чистейшей артезианской водой, рабочие, не жалея себя, работают и днем, и ночью под палящим солнцем для того, чтобы... Они пили чистую, достойную воду и вспоминали наш труд. И я думаю, что их труд будет вознагражден. Жители Крыма никогда не будут испытывать дефицита в воде и всегда будут обеспечены на все 100%. Чистая артезианская вода будет подаваться чуть ли не в кран потребителю. На сегодня восточная часть Крыма с водой, мы это видим. Но после реализации вот этого нашего объекта, вся эта вода будет сохранена, ни капли не пропадет на испарение. Самое главное, чтобы всегда была вода. Чистая, хорошая, питьевая вода, чтобы люди были здоровые. Ну и всем крымчанам желаю хорошего напора в кране.